стенах Казанского федерального университета 7 апреля состоится экскурсия для жителей Казани. Второй год подряд КФУ приглашает гостей и желающих принять участие в проекте КФУ «История будущего. Эпоха диджитал». Гости смогут пройтись по научным лабораториям и увидеть математические расчеты, которые меняют современную медицину, а также машины, которые помогают создавать искусственный интеллект. Мы отправимся в Институт вычислительной математики и информационных технологий, где объясним посетителям, что такое квантовые компьютеры и какие разработки у нас ведутся в этой области. Далее отправимся в Высшую школу информационных технологий и информационных систем, где поближе познакомим посетителей с разработками в области робототехники. В лабораториях вуза участников бесплатной экскурсии встретят ученые Казанского федерального университета. Они раскроют многие тайны современной науки и, конечно же, ответят на все интересующие вопросы гостей. Зарегистрироваться на бесплатную экскурсию может любой желающий. Более подробную информацию вы можете узнать на сайте Казанского федерального университета. Влада Антонова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.